Ну что, Magicraft. Не стал ставить русский опять, потому что не факт, что много отыграю. Финиш easy мод, финиш normal мод. Две ачивки сразу прилетели. Так, значит, у нас открылся кошмар. Чем надо? Нам надо выбрать перса. Dash set, блин, это Lightning Dash, через него, честно говоря, играть не очень хочется. Что-нибудь базовое возьмем, может Arcane Explosion. У него сразу есть вот эта имбовая роба, которая позволяет контролировать... Которая позволяет контролировать палочку подальше от себя. В принципе, штука довольно сильная. Нет, Свен, приветствую, Лёлик, здорово. А, я меду никакую, да, наверное, не качал? У меня куча предметов, куча ресурсов. Жесть, я еще не всех врагов, походу, видел. Какие-то жучары. Ну, элиток всех, да. Блин, такой вкусный звук нажатия. Спеллов где-то половину не использовал. Нифига себе. Прикол. Ну и огромное количество палочек, да, судя по всему. Мечи какие-то, книжки. Релики, ну релики почти все глянули, бутылки почти все глянули, проклятие где-то две трети. Девочки с тентаклями можно апнуть. А, кого чего? Так, а что это такое? Когда поднимаешь спелл, выбери из трех. Ладно. Хорошо, еще один вид аналогичный мета какой-то. Найди следующие релики после активации. Лаки, бани, ир. Ну, короче, это прям такая метка какая-то тоже, да? Найди новые спеллы, найди новые спеллы, найди новые спеллы. Понял. Окей. Spell options плюс один. Получи один заряд refresh спеллов. Окей. Подаем. Три новых спелла. Надеюсь, выпадут. И вот мастер саммонер пак. А, ну, кстати, новый саммон звучит прикольно. Так, что ты делаешь? Ты тоже пассивная мета, да? Слоты инвентаря, хилинг при входе в комнаты. ХП комната. Так, подожди, вначале, наверное, надо анлокнуть новые. Шансы, редкость реликов. А, ну, мне и так было открыто. Спел комнаты. Редкость. Спел комнатам, окей. Количество монеток. Стартовые монетки. ХП реген в комнатах. Окей. Плюс немножко макс ХП. Пу-пи-пу-пи-пу-пу-пу-пу-пу. Если сбросишь, можно три палочки. Да не, пускай так будет. Всего по чуть-чуть. Пускай мета на все работает. Так, здесь... возле carry two extra key chains. Звучит хорошо. Имею шанс встретить Carrion Eater в Pilgrim Passage, которые любят собирать спеллы, которые дропаются рядом с бездной. Тренировочные... эти Scarecrows, я забыл как их... пугало. Могут записывать более детальную информацию, их можно выключить. Прикол. Ресурс Exchanger. Превращать магические кристаллы и хоры хаос ядра. Это мне, наверное, не надо. Шорткат. Эквивалентный к прохождению 4 уровней разом. И получением 4 наград. Фига себе. Как будто бы надо шорткаты открыть. Потому что забеги долгие. Да не, пугало пока пофиг. Чтобы игра разве что не зависла. Potion Capacity плюс 2 желательно надо было взять на самом деле. Если бы я вот эту хрень не открывал. Ну ладно. Зидмастер, привет, здорово, фастим, привет. Почему иностранный стрим? Что? Что, кого, куда? Кого, зачем, Пипега, привет. Вивален, приветствую, здорово. В чем суть игры, спелл кит крафтить? Здесь ты собираешь палки, которые, соответственно, становятся безумно сильными в определенный момент, когда ты наберешь на них разных спеллов. Вот. Ну, сейчас увидишь, в принципе. You can adjust spell transparency. Маленькие подсказки какие-то. Курсор size, окей.
Да, рогалик по типу Нойта, если знаете Нойту. Итак, у нас кошмарная сложность. ХП у монстров увеличено, количество кристаллов. Эпик спелл дроп рейт увеличен. Поехали. Да, это что-то между Нойтой и Айзеком. Если бы у Нойта и Айзека был ребенок. Чего? А куда релик пропал? Вот сейчас не понял. Если не бал за глаза, да. Че думаешь, что я смотрю иностранных стримеров? Понял. Я бы тоже хотел, но на самом деле не смотрю. Хотя сегодня Крипарион заходил. А, че? Привет. Монстра-девки. Джина. О, это ультра... редкая тентакливая девочка? А, ты же тот самый герой, да? А, ну, типа я. Наконец-то встретились. Возвращайся со мной в лагерь, я соберу настоящий тентакливый легион. Пожалуйста, не надо. Прости, я потерял немножко контроль над собой. Блин, эти анимации супер топовые. Эй, герой, ты проснулся. Ха, да что происходит? Ты же не сожрешь меня, не так ли? Прости за то, что атаковала тебя. Я не могу контролировать иногда себя. Возможно, меня слишком сильно прокляли. А, вот и палка починилась. Окей, короче, это была какая-то бага из-за обязательного диалога. Герой, монстры в этом лесу все обезумели. Что же произойдет дальше? Ты что, победил короля демонов? Это я, да, просто пытаюсь не распространяться об этом. Ого, это же круто, этот мир наконец-то вернется к тому, чем был раньше. Но теперь эти монстры обезумели. Их с ними еще сложнее справиться, так что будь осторожен, герой. Забань спелл. Бесплатные попытки 11. Оставшиеся попытки 36. Ненавижу, когда в рогалике ты можешь что-то, ну, типа... подстроиться под билд заранее. Рогалик должен быть рандомным. Ладно, может быть, для кого-то такие вещи и хороши. Типа то, что вот, если я хочу попробовать конкретный билд, и для этого мне постоянно мешают какие-то спеллы. Эх. Палка у него починилась рядом с такой змеей-девочкой. Это что, Мушок Тенсей? Что последнюю неделю игру, или пока что выходит какое-то извращение, а не рогалик. Жесть. Привет, и привет, и бэкстейджик. Секунд, здравствуй. Что не так? Это контроль над рандомом? Для потеть во что-то кайф нет. Ну да, да, я говорю. Ну лично я люблю, чтобы вот был только... в основном только рандом. Типа... хз. Ну вот я могу, например, сейчас убрать всех самонов, да. Если не хочу в них играть. Ну не бань ничего. А тогда мой забег будет слабее, чем если я забаню. Понимаешь? То есть, по факту, забег становится хуже, если ты ничего не забанишь. Остальные за кристаллы или... ну, короче, за мету. Окей. Окей. Ну, выключу всю базу просто. И самоны. А там уже разберемся. Для тебя крестик справа сверху. Угу. О, чё, враги? Сразу руна выпала. Есть шанс автокаста. Повезло, надо только вторую палочку найти теперь. А, это все вместе? Это и есть тот самый скип, да? Да, это и есть тот самый скип, шорткат. Звучит кайфово. Поехали. Тяжеловато не попадать в эти летящие выстрелы. Окей. Максимальное ХП. Немножко денежек. Rainbow Shadow Serpent. Мы недавно играли в змеюку на билде, да, давай в Rainbow, допустим. А, чё,
Выбери два спелла. Давай криты еще возьмем. Так неплохо в целом. Прелик призывает трех спрайтов, чтобы сбивать вражеские спеллы. Получает три щита при входе, проходе через дверь. Upon taking damage, movement speed and instant increase. Окей. Еще есть сундука три штуки. Как в Hammerwatch можно full act скипнуть. Ну здесь full act не скипнешь. Здесь один раз 4 комнаты, я так понимаю. Не можешь остановиться, всегда двигается с небольшой скоростью. Ха! Прикол. Вот только сейчас я остановлен. А, окей, блин, это не просто всегда двигается, это скольжение. Прикольное проклятие, окей. Так, ладно, монетки или хп-буст, хп-буст. Все, мана закончилась. Походу, мана закончилась. Почему я криты не добавил, кстати? Да. Сейчас. Сейчас мне чат. Так, делаю карточный рогалик, где колода стоит только из петов. Можно мерджить петов между друг другом, чтобы новых получать или усиливать старых. Тут как повезет. Немного перестарался сделать 40 типов для петов и генерацию новых в зависимости от типов двух совмещенных. Прикол. Пока что чем-то напомнило, есть такая игра, Dice Folk называется. Но там в целом химеры предопределены, это просто монстры, которые, ну, которых наделали разработчики вроде как. Если я правильно помню. Капец, у меня маны не хватает. Эту штуку можно уничтожить? Ну, только так, походу. Так, маркером поставить. Ладно, это было несложно. Здесь, в принципе, все в основном несложно. Марвелс, приветствую, здорово. Так, новые палки. О, автоматическая резонанс руна. Палка, которая автоматически втором уровне автокаста будет иметь. Прикол. Правда, статы у нее 50 на 11, прям маленькие-маленькие. Или нож, у которого МП-кост и урон уменьшен. Зато много дырок. И у меня уже есть руна автокаста. Поэтому как будто бы лучше просто нож взять. И пускай автокастит потихоньку этого серпента. И чё он не автокастит серпента? А, во, кастит, поехали. Троков, привет, и здорово. Здорово, доброго всем утречка. Всем хорошего настроенца. Утречка, настроенца. Целый выходной впереди. Балдёж. Чем я вас и поздравляю. Мы вчера чисто понастолили. Блин, вот это неудобно при... А, ну при выборе время замедляется, в принципе. 6 shield point'а при входе... Так, ну давай манрегена немножко возьмем. Уже не целый выходной, да, в смысле... А, ну у тебя уже вечер, да, действительно. Действительно. Так, один ключ можно потратить. Давай попробуем. Ау! Ч
вообще-то не для моего. Прямо с этим скольжением. Смешно вышло. Прикол, прикол. Ну, спел второго уровня, кайф. Эй, Гремлин, спасибо большое за редецкие приветики. Привет, привет и здрасте. Здрасте, здрасте. Здорово, здорово. Блин, а почему я не нож использую как основную палку? Наверное, он посильнее. Здрасте, здрасте. Я тут только начал, подрубился. Сегодня всякие рогаликовые. И тоже в базар сегодня заглянул. А ты сегодня ДБД шел вроде. ДБД я и не заглядывал. Так, если все вот так использовать... Мана, конечно же, закончится. Давай Arcane Explosion вот сюда закинем, наверное. Да, мана заканчивается чуть-чуть. Объединения у меня нету. Спелы. Че? А че меня бьет? Вон. А, бабочки. До этого как будто их не было. Все-таки Magicraft странно простоватый, конечно, такой сейчас, почему-то мне кажется. Взрывные мины. Ну, редкая штука. Хотелось базар, но обещал ДБД, я понял. Можно криты взять, чтобы три штуки найти, подкачать. А, два спелла может. Ну, возьмем, может быть, каким-то образом уберу Indiscriminate Damage, который по себе дамажит. Слушайте, нет, вообще вот топ. Разрабы, смотрите, я первый раз такое вижу. Разрабы сами поняли, что у них это... Что у них забеги долгие и начали делать шорткаты. Прикольно. Блин, это на самом деле кайф. Блин, манна закончилась. Нет! Буду взрывать. Кстати, о легкой игре, да? Я так понимаю, и в шорткатах и враги более высокого уровня. Потому что обычно эти призраки во втором акте вроде бы появляются. Игра, вдохновленная Нойтой, да, типа того. Evil Slayer Sword. Eliminate most enemy missiles encountered. Как будто бы сплит спеллов, не знаю. Upon completion of spells. Берсеркер увеличивает весь дэмэдж на 50к хп, низкая movement speed, randomly upgrades one relic, if no relic can be upgraded, receive a common relic. Ха. Могу в третий раз улучшить этот. А, берсерка возьмем, может пригодится. Глаз за каждого потерянного хп. Что-то прям совсем берсерк. Релик. Опшн плюс один. О, снять проклятие. Это мне надо, спасибо. Чем попробовать? МП-кост, конечно, увеличенный. Как будто бы это стоит того. Мета очень сильно начало ломает. Да как будто и не начало. Ну, не знаю, может быть. Я же не помню, я начинал еще в раннем доступе. Тогда как будто первые забеги казались сложненькими. Сложно сейчас точно сказать. Просто не помню. Блин, яд везде. Насали. Кдшка сильно. О, это что-то новое. Кадавр Explosion. Призванные враги, призванные существа имеют хп. А я все самоны убрал. Мне надо было все пассивки на самоны убрать. Я же убрал все самоны. Че-то об этом я не подумал. Да. Да, как будто бы надо было это сделать. И все, сразу босс? Блин, я довольно быстро первый акт прошел. За минут 15, с учетом того, что я там отходил еще. Рогалик пула не понравился. Рогалик пула прикольно выглядит, но я пока на него ключ запросил, жду ключик.
Из меча нужно убить 300 мобов, чтобы открыть нового перса. Окей. Все. Ладно. Я вроде не собрал пока ничего сильного. Ага, Spellblade с уменьшенным кулдауном. КД 0.5. Скатер плюс 90. 14 ман реген. Это неплохо. МП реген. Так, 110 МП. Пока ты держишь эту ванду, мув спид увеличен на 40. Ну, такое. Book of Tranquility. Спеллы, которые кастуются этой вандой, не имеют отдачи, пока стоишь на месте. Пост-слот заряжает 20 энергии за каждую секунду, когда стоишь на месте. Так, ну-ка, подождите-ка. Да. Так и надо, значит. У меня теперь билд на стоянии на месте. Прикольно. Прикол. Подожди, а они сами все каститься будут? Мне не обязательно даже... Ага. Хм, мне даже не обязательно туда ставить вот этот вот руну резонанса, да? Мощный КД там как будто бы не нужен. Мистер Сдэм, спасибо за сапку, добро пожаловать. Новый сап, очень приятно. Используй смайлики, вот наши классные. Спасибо большое, очень приятно, спасибо за поддержку. Позволяет тебе летать. После победы над боссом Скарлет Релик появится всегда, даже если получил урон. Скарлет Релики сильные. Получают 20 шилдпоинтов и один за каждых трех убитых мобов. Обязательно берем. Нахер летать. Поехали дальше. Все, мы прошли лес за 10 минут. Блин, мне нравится, как они это сделали. Шорткаты. Это супер круто. Так, наковальня пока все еще не нужна. Макс ХП подкачаем. Блин, все еще заканчивается манна на... Ау. Вот бы не шотнуться здесь, да? Надо что-то придумать про спеллы. Наверное, радугу здесь уберу сейчас. Как будто бы хороший варик. Так, я помню, что здесь можно вот так вот сделать. Есть. Тут хилка, которая мне не нужна, да? Ключи у меня откуда-то есть, кстати. Паразит, спеллбуст. Блин, убирать самоны, типа, это вот прям самое простое, что мне в голову пришло. Да. Так, вот это, конечно же, тоже надо поставить. Мне кажется, или чем их больше, тем они медленнее заряжаются, да? По сути, так и есть. Да. Шакрам прикольно, что вокруг меня, да, летают. Так, го в магазин заглянем. Ключик обязательно. Ну, с уроном, конечно, беда пока что. Его просто нету. Всегда покупаем куб мимикрии. Да. Всегда покупаем куб мимикрии. Дальше что? Swift Spellblade. 14 ман регена. Вместо второй палки можно и купить за 35 монет. У меня пока нет реликов, которые увеличивают урон от количества денег. Поты. А что у меня за пот? Рандомно дает получи 1 до 4 проклятия от 1 до 4 реликов. О, есть что-то, что снимает проклятие? Remove all curses. Remove all shields. Set HP to 1.
Так, ну ладно, давай. Три проклятия. Увеличивает all one secondary slot charge efficiency. А, это вот эти вот, например, это secondary slot, наверное. Так, а это у нас display из enemy HP bars. Ой, это дурацкая голова, блин. С ней теперь сложнее. Я, наверное, в настройках уберу эту голову, а то с ней играть прям сложно. Мутированная голова прям неприятная. Так, итемы в магазинах минус один. Ресурсы исчезают, если их не собрать. У этого проклятия нет эффекта, но если снимешь его, получишь 20 урона. То есть, если я его сейчас сниму, я умру при помощи Purification Pot. Понял. Прикол. Локпик возьмем. Макс ХП сработало. Весь дэмэдж перманентно, нифига себе. О, монетки. Попробуй, может, не умрешь. Не, я пробовать не хочу, но как будто бы должен сдохнуть по описанию. Simultaneous casting. For each additional spell cast simultaneously, по косту x 78, scatter плюс 10. То есть это удешевление прям? Что-то дороговато этот брать. Возьму слайм кристалл. Flight speed of spells. Вот так вот. Замедлять врагов боем звучит полезно. Жесть, у меня тут монеток насыпало. Так, быстрые комнаты. Поехали. Блин, что-то я прям супер вдохновился идеей спидран комнат вот этих вот. Ау, помри уже. Мне это прям нравится, что они сделали. Блин, меня, короче, когда в меня бумеранги прилетают, они меня чуть-чуть двигают. Это не прикольно. Локает все честы. Ну, кстати, прямо сейчас можно юзнуть. Макс МП, это на все, да, спеллы. Каждый пот увеличивает макс ХП на 3, макс МП. Ну, это лучше, чем вот эта шляпа во втором такте. Давай. Я, конечно, использовал уже. А, монетки мои, не пропадайте. Получи 25 от нынешних монет. Ну, в целом неплохо, но можно было, наверное, и попозже юзнуть. Рандомно восстанавливает от 0 до 25 хп. Окей. Penetration. Penetration как-то полезная штука. Или еще один бумеранг, чтобы собрать как можно больше бумерангов. А я два спелла выбираю. Окей. Spell penetration. А у этих бумерангов Spell Penetration 8, им особо и не надо. Можно вот сюда вот сделать. Spell Penetration 5, подожди-ка. Вот так оно же будет работать, да? Наверное. Постслот заряжает 24 энергии. Не, ну... Радугу в основной посох, она с критами очень хороша. Почему? В чем прикол того, что она хороша с критами? Униформ дефьюз. Там ничего вроде не написано. Ну, разве что у меня были бы какие-то пассивки на критование, а так вроде никакой комбинации нету, ничего, не? Так, возьмем еще слайм. Возьмем ключ. Пу-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу. А вот это должно быть очень хорошо с моими бумерангами. В теории, да? Беру один крит. Поставлю чейн лайтнинг.
А, ну не совсем. Так, стоп, подожди, а если сюда? А, ну тут всего два проджектайла, которые летят. Да, кстати, я вообще забыл про рерол магаза. Реально. Ну же даже бесплатный. Spells cast by this one produce reverse recoil. Тебя... А. Ладно. Concentration здесь не нужен. Ладно, криты оставим. А Chain Lightning сюда... Ну, пускай работает, ладно. Там не сильно много предметов кастятся. Хэтчер. Так, я постою, повосстанавливаю ману, да? Да помри уже. Ау. Как же мне маны вообще не хватает. Босса бы добить уже. Окей. Ну, все равно легко, я говорю, сложность кошмар и... Чё-то как-то... Хз, хз. Essence of Souls два слота занимает. Анлокает новые способности для самонов. Увеличивает эффекты новых анлокнутых обилок для самон крейчерсов. Ладно, апнем мину потом во что-нибудь. Блин, мне как будто бы нужен Energy Saving мод. Чтобы я мог дольше стрелять. Бу собрал? Не, вообще не собрал пока. Ни бу никакую. Абсолютно. Очень слабенький билд, ни одного босса не убил лейтового с таким. Еще один анлокающий пот выпал. Как будто бы. Ну, прошлый забег, да, но опять же, он стал имбой, когда мы что-то нашли. Это же анлокающий, анлокающий. А, можно было, кстати, его и выпить там вон слева. Есть дверь. И 11% шанс доджить атаки. Супер гига кайф. Монетки пропадают. Да, 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 гребаное проклятие, забыл о нем. Да. Да боже мой. Сморк. Что-то огни и шипы очень прикольно синхронизированы сейчас между собой, что пробежать довольно тяжело на самом деле. Да я хер с вами. Улучшенный сплит. Хорошо, это кайфово. 150 МП кост. У меня мимик куб первого уровня, да? Не, ну, наверное. Слева... А, да, да, это я прошел. Так, сейчас, минуту, чё такое? Пупи-пупи-пупи-пу. У меня же все еще нету по три копии, чтобы, да, на кузницу пойти, на наковальню. Вроде нету. А монетки с врагов, да, пропадают. Ну не пойду же я с ними, как бы, от них урон получать. А что меня бьет? Я никого не видел. Ладно. Как всегда на экране, просто ничего не понятно. Secondary Sword Charge Efficiency. Один Temporary Shield за убийство трех врагов.
Отражение у мобов? Ладно. Блин, мне кажется, вот это звучит прикольно. То есть, вот secondary charge слота это вот это. Включу прозрачность у магии, а то не понимаю. А там есть, да, настройка, я не видел ее. Ну, скорее всего, тоже включу в итоге. Не, прикольно, на самом деле, меня сейчас очень сильно защищают вот эти бумеранги, которые вокруг меня самонятся. А то, что я двигаюсь, это вообще считается стоянием на месте? То, что меня толкают бумеранги постоянно? Или для заряда не считается, интересно? Ну, вообще это считается, считается. То есть меня двигают бумеранги, но я все еще как бы стою на месте, потому что я не нажимаю кнопки передвижения. Так, сейчас. Спел нокбэк, убивая врага, и шанс засамунить душу. Увеличивает весь дэмэдж наносимый. И получаемый, скорее всего, вроде бы тоже, да? О, плюс макс хп, макс мп от этих еще. Больше банок, больше банок. Купим икри обязательно и попробуем сплит, наверное, апнуть. У меня пока все еще ничего не собралось, ну, когда-нибудь. Баночки дают макс хп, кайфово. Spell duration плюс 2 секунды. Ну, как будто не на что особо наставить. Стой. А, ладно, пофиг. Короткий путь выгоднее или обычно больше налутаешь? Слушай, по-моему, они одинаковые. Там же ты просто как бы скипаешь 4 комнаты большим. Получает часть нынешних монет. Ядик. Окей. Очень невыгодный. Почему? Там же 4 комнаты. Ну, в смысле. Ты получаешь деньги, релики, макс хп. Там все нужно. Я бы не сказал, что он прям невыгодный. ЗЗ. Он вообще кайф. Мне понравился. Могу попасть. В этом и прикол этих мобов. Ну, работает и ладно. Да? Пи-пу-пи-пу. Давайте чуть-чуть тоже включим Spell Transparency. Самую малость. Коммент пропустил рядом с моим чачом. Всем спасибо за твой стрим. Спасибо, мистер. Лампа атмосфера, умный скилловый стример, хороший подбор игр, всегда приятно смотреть. Жесть! Спасибо, спасибо, приятно. Такие слова всегда очень приятно слышать. Тем временем у вас 500 человек собралось в первые 40 минут стрима. Жесть. Всем доброго утречка, хорошего настроения. Здрасте, здрасте. Здорово, здорово. Здорово, здорово, здорово. Здорово, здорово. Надеюсь, ваши выходные проходят замечательно. Я ни хрена не вижу. Самонер призраков, окей. Призрачная ваза. Так вот, почему не 4 комнаты, теряешь доп комнату. Меньше врагов. Ты хочешь не всего понемногу, а в идеале 4 комнаты, релик плюс золотая перчатка уже работает. А, да, ладно, согласен, да, действительно, ты у тебя меньше комнат, это значит, что у тебя меньше сундуков, это значит, что у тебя меньше золота с врагов. Ну, камон, забеги в игру настолько долгие, что я буду всегда брать скип-комнату. Абсолютно всегда. Даже не задумываясь. Бля, опять этот босс.
Да. Просто no brain. Ау. Тут же сейчас еще маленький призрак этот вылезет, да? Я тебя помню, мистер Куб. Да ну невозможно. Дошел прям до края. Ну вот он. Босс с гида, похож, похож, Титан Саузов. Странно, что там пока только этот и попадается. Здесь вообще есть другой босс во втором акте? Жду, по-любому должен быть рандом, типа, в первом акте явно был. Блин, может и правда бумеранги убрать? Они очень милишные из-за того, что вот они пока вернутся к тебе. В какую сторону? В этот раз вверх. Как будто бы... Ау. Все-таки... Посильнее будет использовать какие-нибудь радужные выстрелы, что-нибудь, да, такое. Давайте попробуем. Ну, прикольно взрываются так-то. Кристаллы, отставить исчезающие предметы, в смысле? Стоять. Так, палка, пока держишь эту палку, МП-реген x30. Пока не держишь эту палку, МП-реген плюс 180. Меняем вторую. И у нас есть супер крутая палка, которую надо как-то сейчас забилдить, да? То есть сейчас у нее реген 34. Офигеть! Давай-ка мы увеличим кубом мимикрии шанс того, что здесь что-то будет каститься. И будем делать что-то вот в этом роде. Как будто норм. Молнии не лишние будут. Рейнбоу. А он же, по-моему, так не работает. А, не, работает все-таки на радужку. Интересно. Да-да-да, наверное, неплохи будут. Пойдет. Когда захочешь в магазин или комнату процессинг рум, специальная комната всегда будет появляться. Да пофиг. Последний слот на каждую ванду. Кастуя спел, имеет 25% шанс дублицировать спел в рандомном направлении. Вот эти две возьмем, выглядит сильно. Приты сюда еще добавим, да? А здесь добавим... Connect spell cast simultaneously. Ну, можно spell penetration взять. Как будто бы у Rainbow непонятно, есть у него вообще penetration. А почему эти не распадаются в бумеранге? Потому что сплита тут нету. То есть сплит происходит. Понял. Давай меч, наверное, уберем. Вот мостенами мизлс, правда, отбивает. Не, давай вот так, и вот сюда, наверное, один сплит добавим. Как будто бы. Меньше бы количество спелов в последней палке, там же энергия распределяется между ними всеми. Есть такое. Вопрос, что я там хочу юзать? Может быть меч?
Прикольно, кстати, используется на самом деле. А. Да, вполне можно один меч под разными усилениями. Он еще будет всякие спеллкасты отбивать, да? Рядом с нами как будто бы его кайфово кастить. Блин, прикольно на самом деле. А вот здесь, если подумать, можно наоборот увеличить количество спеллов. Там есть simultaneous cast? Ну-ка сейчас. Бумеранг, Arcane Explosion и Serpent. Серпент вылетел, бумеранги и взрывы тоже. Ладно. Окей. Слушайте, а если сделать... Нужно еще чаще будет кастить. Мне кажется, у меня так маны просто не хватает. Да, ладно. Так, что делаем? Может что-то улучшить по три одинаковых? Как будто их все еще нету у меня, да? На кого они так часто падают? А в нее на самом деле хрен зайдешь. Я не уверен, что у меня основная палка прям не очень сильная, да? И манна у нее постоянно заканчивается. Наковальне можно переролить уже имеющиеся скиллы. Я забыл, потому что я туда давно не ходил. Спасибо за напоминание. Да, надо туда заглянуть, наверное. Это просто хильнуться, спринг. Может, кубом задаблить батарейку? Как будто стоит того. Потому что с батарейкой у меня и другие спеллы кастятся будут, да? Плюс здесь урон от электричества вот этот вот. Почему? Потому... Ага, я еще и упал. А потому что этот враг с проклятием меня заставил. И... ходить в другую сторону, реверсивное управление было. Мпереген Ванды плюс 4. О-о-о. Или Рейнбоу, чтобы улучшить. Или и то, и другое, конечно же. Там что-то было про криты, но мне было так лень читать. Нужно вообще брать криты и вот так вот с ман-регенерацией, да, как-то работать. Хотя бы спелл дэмэдж так сильно падать не будет. Я понял. Сейчас плюс-минус на рандоме сделаем. Так, а что если выключить почти все и нажать центральную? Возможно ли это? Скорее всего, нет. А, центральная не настолько. Поставим вариген пассивку во вторую ванду, у нее 180 эмпоригена же. Так у нее 180 эмпоригена, когда ты ее не используешь. Ей и так хватает. Зачем? О, все, выиграл. Есть. У нее же и так хватает. Ей это не надо. Крит шанс плюс 5. Когда спелл наносит критический урон, рандомно... Рандомно летит в двух врагов в радиусе. Опа!
Опа! Как будто бы сейчас криты накачать, да? Крит шанс 5. Крит шанс 25 у Arcane Explosion. У бумеранга крит высокий. Ну что, что если тогда все-таки вернуть бумеранг и настакать криты, а? Might be. Может быть, может быть. Поставь на секунду за место радуги меч. Интересно, как будет выглядеть. Место радуги. А, вот этот вот. Забавно выглядит, кстати. Забавно, забавно. Ты посмотри табличку с рогаликом. Сказать, не знаю, как рогалики в чат. Там есть ссылочка. Ну или под, в описании под стримом тоже есть. Так. Блин, все равно вот он критует, и потом, ну, сам по себе бумеранг просто не такой сильный, как будто бы, да, как радужки. И манна все равно закончилась. Криты, конечно, здорово, но без манны как критовать? Да и смысл. О, как же много врагов. Иммунитет к Ground Spikes и Venom и Slime. Вот это по-любому надо брать. Уменьшает Indiscriminate Damage до единички. Можно бомбу взять. У меня сейчас целых две бомбы в этом. Начать их использовать. Они будут разлетаться во врагов, критовать больно. А давайте попробуем. Я вообще ни разу не играл вот в эти вот Indiscriminate пушки. Эй, спасибо за фоллоу. Ома Юка, Данил Ар, спасибо, Дрончик. Добро пожаловать всем. Здрасте, здрасте. Здорово, здорово. Так, ну давай думать. Бомбы, очевидно, жрут до хрена хп. Ой, до хрена маны? Не, ну вообще 13. Как бумеранг почти. Криты 75. Если они будут лететь во врагов в радиусе 8. Конечно же, без чинлайтнинга, хотя они там распадаются, но типа нафиг надо. Интересно, а меч может между собой молнии стакать? Да, смотрите, там в центре есть мини-молнии. Капец, как же разрабы многие эти вещи продумали. Крит рейд 75. Еще одного у меня такого нету крита. Есть еще один крит 85. Есть ли смысл пенетрейшн на него добавлять? Мана в любом случае быстро заканчивается. Нужен манрек. Уж не нужен сплит. Как будто бы без сплита даже лучше будет. Крит босс раш на харде. Нет. Так. Получи 25% нынешних монет. Давай прямо сейчас юзнем. Здесь что? Открывать все сундуки. Делает чит, равный потерянному хп до 60 поинтов. А, потерянному. Понял. Tranquil Boss, Unstable перманентно увеличивает, да, пьем сразу. Хорошо. Магаз, давай в магаз. Немножко хп подвосстановить. Cool. Charge Mode. Заряжай кнопку, чтобы собрать до 6 спеллов. В магазе проверь на манекенах. Да, кстати, можно урон посмотреть. Ну, вообще, ДПС прям слабенький, как будто, да?
Момемпс полетела. Это после крита, да? When the spell deals critical hits, randomly traction to other enemies. Но они должны лететь и взрываться в других. Почему я не вижу, что они летят и взрываются? Пробитие бомба насквозь пролетает. Наверное, давай попробуем. Да. И урон от этого внезапно увеличился. Причем неплохо так. Но это несколько врагов. Random attraction to other enemies within radius and deal equal damage. А, идет просто эхо урона, понял. То есть не повторка этого спелла, да, вылетает, я понял. Щупальцы летают, понял. Сплит бомбы. Сплит еще больше урона, но стоимость маны капец как выросла. Крит рейт плюс 40. МП 150, реген 18. КД 0.8, правда. Монореген очень приятный. Надо взять, мне кажется, палку. КД уменьшим у нас есть, в принципе. Полка Архимага звучит отлично. Давай теперь это попробуем тоже добавить. Кричан здесь 125 перебор, да? Перебор крита. 115. Как будто бы можно и так, да, сделать, наверное. Можно еще замедлять, почему нет, слайм кристаллы. Пупи-п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 упи
Бомбардировка такая получается. Прикольная. Проверить ДПС с радугой. Скорее с бумерангами как будто бы есть смысл. Совсем плохо. Радуга. Даже если не дополнительный сплит и молнии взять, я думаю, что урона там мало будет. Жалкие 500. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу. Мина, чтобы дюрейшн увеличить еще можно. Привет, КВ, Мипа, Робоквест, в субботу, да? Да, в следующую субботу. Уже будет максимум пиван дын. Да, возьмем, наверное. Increase spellcast by 1, мультишот бомбами. Опа, черная дыра всегда, наверное, нужна. Так, давай-ка мы это и это возьмем сейчас. Чем мана в третьем посохе? Да просто пускай будет. Типа, слоты не, чтобы меньше занимало. До 2000 подняли. Куча мини-бомбочек. Черные дыры так летят, да? Прикол. Их размер такой маленький, радиус. Положи ману вместо времени. Да, сейчас надо. Да.
Монориген как минимум апнуть, иначе он заканчивается. Блин, они правда взрываются этим саниной, я по ней тоже замедленно хожу. Возможно, мне не нужна эта санина сюда, и я тем более. Увеличим просто вообще манапул. Дюрейшн сюда, кстати, хорош для черной дыры будет. Вместо критов. Пофиг. А, весело, прикольно. В прошлом стриме хотел предложить Magicraft. Ну, я вот на Твиче уже... Ой, этот... О, вот это дамаг! Да то они и взрывные пушки. Взрывные пушки, естественно, должны дамажить жестко. Типа, раз они дамажат себя с определенным шансом. Ваншот, бумпалка, кайф, кайф. Прикольно. Так, сундуки, да? Проклятие убрать. Ну, давай снимем. Восстановит 5 хп при входе в комнату, окей. Удваивает количество ключей. Можно пока подождать. Здорово, Рокет. А, я понял. Ага, я понял. Угу. Ага, да, конечно. Радиус эффектов, спеллов и реликов. Щуманрек. Давай-ка щуманрек возьмем просто. Как будто бы чуть-чуть еще не хватает. Куб мимикрии, найс. Спелл летает вокруг кастера и может проходить сквозь стены. Чтобы все в цель летело, тебе бы прицел найти. Может быть. Интересно, орбиту. Как бы ее, куда бы ее бахнуть, да? Чтобы как бы с ней сделать, с этой орбитой? Вокруг себя? Да как будто ничего не надо. Мечи, мечи вокруг себя. Убрать змею и вот так вот. Как будто бы не работает, не? Все равно спавнится где-то... Раунд кастер. Ну да, они в любом случае вокруг палки. Кстати, радиус может не так уж и плохо им. Чем у меня здесь вообще змеюка стоит? Так, купим микри есть. Может дополнительный сплит для мечей сделать. Что, он сильно ману начал жрать? А, ну МП кост плюс 150, еще бы. Можно жестко улучшить мультишот и стрелять по 3 мины, которые потом разделяются. Ну, не мана, это очки, естественно. Это Energy Cost. Интересненько. Блин, вообще как будто бы расстояние увеличить мечам не так уж и плохо. Spell duration 3... Ну, у него нет duration особо, да? Да, нет. Это, конечно же, надо для Black Hole. Accepto! На днях искал во что поиграть. Наверное. Открыл твой дом с рогаликами. Нашел себе Wild Frost. Варфар, спасибо за 500 рублей. МТС плюс одно и то же. Приобрел с помощью ПС. Вау. Спасибо большое за такой добрый. Ну просто, ну просто все сделал. Спасибо тебе большое. Донейшн акцепт за приятные слова, и что документик с рогаликами помог, и что МТС оплат помогла приобрести игру и... Грац. О, смотрите, что происходит. Прикол. Минуту.
Чё-то прикольное собралось. Друг Spell Duration, а у меня же стоит, это вот оно как раз дает Spell Duration плюс 4 секунды. Яд, так я, мне кажется, я яд сам себе хуже сделаю с ядом, нет? Бумеранг Блейды вообще нужны, но они летают вокруг... вокруг мышки. Как будто бы, если брать бумеранги, будет даже чуть лучше, не? Не опасно яд добавлять, нет? Видимо, нет. Лучше яда не остается. Лучше яда нету. Еще один сплит бы туда. Не, ну сплит у меня на бимбах, поэтому сейчас пока не надо. Ладно, поехали, попробуем. Всевидящий глаз какой-то. Мана на бимбах закончилась, да? Да, мана на бимбах заканчивается очень быстро. Два сплита, наверное, жирно было. Но все-таки два сплита это жестко. Давай-ка лучше... еще манрегена. Вот этот сплит, кстати. Вернее, мультикаст. Может просто сплит реально убрать? Ну теперь хватает более-менее. Ну он там потом сильно разрывается. За... яд не относится к селф-урону? Нет, по идее, не знаю. По идее, нет. Так, ладно, прицайшот, криты плюс. Evil Slayer Sword. Это мы возьмем. Бумеранги у нас, правда, тоже плюсовые есть. Но не буду ее брать сейчас. Так, потому что вот так вот. Здорово, Эля, привет, я. Не знаю, нужен мне вообще или нет. Так, деньги. Давайте пойдем попробуем что-нибудь посовмещать. Совмещар. И сейчас я еще урон посмотрю быстренько. Ага, 1700. С разделением и... если без разделения, но с тремя бомбами. Хуже стало. Окей, понял. Двадцать крит шанса, у меня 100% здесь. Так, ладно, как это работает, я уже забыл. Комбинируй три идентичных в один улучшенный. Ага. Например. Так, мне синьки надо переработать. Вот змею, например. Да. В бомбу желательно. Spell Duration плюс. Бумеранг Блейд. А. Так, сейчас мы три бумеранг блейда качнем и теперь его поперерабатываем. Это, кстати, денег стоит, да? Да, стоит денег. О, Форст КД. Ролл Сирум. Нет. Дэмэдж Буст. Сюда, плюс сюда. Ну, как вот не сильно вырос. Но я реже кастить вот это начал, потому что у меня резонанса больше нету. Мина очень нужна, значит, надо вот этот сорт переделывать. Да можно улучшить манекены. Можно, мы видели это в первом забеге. Но... чё? А, не то дело. Ванда будет автобатлить за тебя. Подожди-ка.
Ну да, пускай дерется. У нее импориген, правда, уменьшен теперь. Но ведь это та Вандау, у которой импориген хороший, когда она где-то... Ну, короче... Она в другом слоте. Так что у нее большой импориген. И норм. У нее 180 икс. Хм... Как будто бы можно попробовать. Так, сейчас вот эти вот хрени переделать. Вот это... Блин, да опять не туда пришел. Crit rate increased by 25 per second during charging. When crit rate exceeds 33, final damage 150. Saving mode пойдет. Spell duration возьмем, качнем. Получим улучшенный вот сюда, на 3,5 секунды. На 50, так что получится 90. Ну, что-то типа того, наверное. Все равно, мне кажется, так она будет кастить чаще, чем... Если я в ней оставлю вот эту вот резонанс-руну. Кстати, резонанс-руну можно еще вот сюда как-нибудь добавить и... Допустим, бахнуть сюда... Блин, я все еще не нашел мину. Хочу мину второго уровня. Подожди, это нормал? А мне, мне рарку надо переделать. Я думал, раз она светится синим, значит она рарка. Блин, говно. Плохо. Естественно, я не могу ее найти. Блокхол я переделать не могу. Меч не хочу. Ну вот из рарок у меня только One Spirit остался. Улучшенный, да, можно улучшить. Там плюс-плюс получается спелл. Санину переработать. Может быть, одну можно переработать, только во что. О, прикол. Только теперь я могу только на одну ванду это поставить. Еще мы, наверное, новых спеллов найдем. Блин, она жесть накастила. Не, мне что-то не нравится вот этот вот One Spirit. Нафиг я его переделаю. Электричество, мультишот, X2... Блин, дай бомбу, чел. А, автоматическая наводка спеллов. Да, вот эта вот штука прикольная. Чтобы мины автоматически наводи... А, что-то как не наводятся. Рэчит врагов. Они же просто по земле, видимо, прыгают. Наверное, в этом их проблема. Истрелик, который при получении урона делает тебя неуязвимым на 8 секунд. Если сниму себе проклятие, получив урон, сразу же нажму еще раз. Урон не пройдет. Попробую, скорее всего, нет. Звучит как будто нет. Тройной сплит. Блин, возьму улучшенный сплит и получу... Вот сюда вот сплит, наверное, возьмем, да? 5 спеллов. Меч теперь не разделяется. Это вот плохо чуть-чуть. Так-то он же у меня использовался для... для защиты, да, от всяких спеллов. Ну, как будто бы лучше сюда сплит поставить. Итого я прям все что-то себе накидал. Уменьшенный кулдаун. Еще больше. Кстати, я могу супер быстро взрывы делать. Мана, конечно, закончится жестко быстро. Тоже. Пупи-пупи-пупи-пупи-пупи-пупи-пупу-пупу-пупу. А-а-а, жесть какая. Блин, так прикольно мечами водить. Резонанс во вторую палку забыл. Резонанс-то который? А, все, да, точно, он же нужен здесь, по-любому. Конечно, он нужен, я же убрал автопалку. Все, короче, погнали дальше. Double Scorn Key. Рельки, наверное. Я просто нажимаю один раз на врагов, и они умирают. Прикольно, мне нравится. Кайф.
Movement speed перманентно. Да, бомба-билд прикольненький получился. Шанс мгновенно убить не нон-босса. Ну, сильно, естественно, да. Become invincible for 0.8 seconds upon taking damage. Смотрите, а если я возьму ухо под бомбы, я буду получать 0.8 секунд неуязвимости при получении урона от взрыва, правильно? Я могу стоять в боссе, постоянно получать урон от своих бомб. Ну или рядом с боссом, допустим. А чё мне монетки? Ну, у меня они, конечно, закончились, но... Рипер маска будет хорошо убивать всякими черными дырами, очень боенько тоже. Сильные, сильные билды можно сделать, очень сильные. Блин, мне кажется, я вот этот хочу взять, честно говоря. И проверить, как это вообще будет работать. Ну-ка, разделись. Блин, ну чё она не разделилась-то? У меня здесь разделение не стоит. Почему я сплит сюда убрал? Как будто бы урон-то должен был. Ну ладно, пофиг. Че, лазер какие-то? Так, мана не закончилась еще? Ну нет. Нет, с боссами уже сейчас проблемки будут. Я вон челиков не прям чтобы убиваю хорошо. Ну ладно. О, целых два сундука, один из которых проклятый. Поюзаем. Lockpick Potion. Увеличивает визибилити, офигенно. Метеор, indiscriminate damage. О, может метеор вместо бомб попробовать? 65 дамага. А у бомбы... 70 с 50% крит шансом. Не, ну как будто бы метеор хуже. А в чем его прикол? Вообще летит рандомно, жуть какая. ТРГГ выиграл. Реквизит жестко затащил. Входя в комнату, первый слот спеллов в инвентаре будет рефорджен. Это, кстати, круто. Увеличит весь дэмэдж, увеличит крит-рейт всех типов или один рефреш реликов. Так, ну давай, вон метеорит будем реролить. Зачем он мне? Может быть, в бомбу превратится, кайфово будет. Автоматическая навигация и... Ну, вот это возьмем, допустим, да? С некоторыми пассивками метеор лучше играть. О, нет, зачем я так рано потратил... Тузельку, ноу! Получает 4 хп каждый раз, когда вход использован, и там available on shops, минус 1. Ну, да, потороплюсь, потому что забеги долгие, несмотря на вот эти вот ускорения. Это не страшное проклятие, можно взять. Move speed минус 12, у меня довольно много move speed сейчас. Уменьшает урон, получаем врагами, я не хочу. Не, 6 проклятий что-то не хочется, сори. Куб мимикрии, блин, это мне нужно, наверное. Ту-дум-т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 ум. Curse Poison, Париген. 205 хп, кстати, нормально так. Медленно восстанавливает хп до 30, когда ниже 30. Чисто берсерков, да? Ой, ладно. Так, удвоим свои ключи, чтобы зайти сюда. Ага. Так, что мы с мимикрией делаем? Урона по хп не получаешь пока. Почему проклятие на +2, +2-5 не взял? Потому что здесь весь урон, который проходит по хп, в основном в начале пишет урон по щиту.
И, возможно, Reduce, но там не было написано про Макс. Я, короче, не уверен, насколько стоило это брать. Вот и все. Блин, давайте блин, мимикрия прям всегда хороша. Ее надо оставить. Она очень сильная. Опять же, можно... Мне кажется, автоматическая навигация не работает у меня сейчас. Давайте вот так сделаем. Ее поменяем. И лучше будем еще больше взрывов делать, чтобы прям точно ваншотить. Вот примерно таким образом. Да, автоматическая навигация на бомбах просто не нужна. Чё, какой спал? А, блядь, тороплюсь, я же говорю, боже мой, посидел, посмотрел, забыл. Шать, получаем урон, да, давай. Когда получаешь урон, тебя телепортируют в рандомную локацию, отвратительно. Я говорю, игра просто настолько быстро ломается, что не хочется сильно много времени тратить на придумывание каких-то палок, когда ты и так уже собрал имбу какую-то. Проклять на 2 макс хп за комнату без урона от хп. А, это... Там, а, ты имеешь в виду там только урон по здоровью? Мне кажется, там в принципе получение урона было. Блин, мана закончилась. ГГ. А, она летает. Блин. Забыл. Почему не могу по ним попасть? Что, он все еще летает? Проклятие не этого смены. Да где? Куда я? В какую сторону я сейчас-то иду? Сейчас нормально иду. Боже мой, как понять, что она спала? Умри уже. Пу-пу-пи-пу-пи-пум. The Shadeless. Пока бегаешь. Чарджа 6,8. Как будто лучше, чем стоять на месте, да? The Featureless. Палка безидейная. 27 маны реген, 230 маны. Без каких-то особых фич. Ну, наверное, для бега возьмем, да? Так, и что теперь? Lightning Dash убираем. Не люблю этот спелл. Да, конечно же, при беге гораздо круче. Кстати, если вот так вот крутить, можно отбивать все пули врагов, я правильно понимаю, наверное? Блин, дорого, конечно, очень дорого. Мне кажется, мне все еще резонанс надо вот сюда вот закинуть. И еще одну копию, вернее, резонанса. Да все нафиг, уберем Rainbow, пускай будут только черные дыры. Привет. Делаю. Привет, спасибо за 100 рублей. Для YouTube. Если да, сколько ждать письмо от Google? Если нет, то почему? В общем, вкратце расскажи, думаешь ли что-то делать с AdSense? Да, Nation Accept, спасибо за 100 рублей. Делал, все еще не пришло, как будто бы оно просто не придет. Мне кажется, они просто не отправляют в Армению письма. И походу хер мне, а не армянский AdSense. Воскрешение при смерти.
Рефорджи все ванды, спелы, релики, поты и проклятия. Вернись к началу нынешней главы, и релик исчезнет. Что? Офигеть. Прикольно, но замедлять свое прохождение, ну нахрен. Не хочу. Короче, да, мне до сих пор не пришел, и мне от этого очень грустно, если честно. Что-то вот эти молнии вообще не работают, лучше вот так вот сделать. Не буду это брать. Естественно, топ. Перезапустить забег всегда имба, потому что ты больше реликов найдешь. Может, во второй палке копировать сплит, а не резонанс? Так у нее всего 25% шанс. Типа, так 50% шанс становится, что она будет каститься. Не, мне кажется, что резонанс важнее. Хотя, не знаю. Может и нет. Жесткий сплит получается с этими молниями. Lightning Dash. Дэш под эту палку уже вообще жесткий, да? Он же не просто так здесь. Так, я, пожалуй, не буду это делать. Больше. Почему меня куда-то тпшат? Куда я его поставил? Ё-моё. Случайно дэш выставил. Блин, есть прям проблемы с манной в палке. Может быть, лучше бомбы бегом заряжать? Если я вообще не вижу. А, так я не ту палку юзаю. Я дурак вообще. Я переключился на нее, когда менял пушки. Не, ну... С уроном все равно какие-то проблемы, если честно. Ну, такое. Ну, такое. Да-да-да-да-да, ванда сменилась. Спелы могут пенетрировать стены. Обидно, погрустим вместе. Спасибо за ответ, да, спасибо за сотку. Не, люди точно делают в Армении YouTube. Ну что ж, погрустим вместе. Но мне письмо спасибо не приходит. За... Уже 2 месяца жду. О, манна при убийстве врага. Как будто бы мне не помешает она, да? Спелы могут пенетрировать стены. Ну, пускай. Core of Thunder. Ну, кстати, можно сюда добавить, почему нет? Дальше можно поставить что-то... Поставить, кажется, автоприцел, будешь управлять движением и на длительность тоже. А, скорее всего, если поставить... вряд ли орбиту. Там, да, дэш как-то играется от того, чтобы ты... Да блин, в смысле? Короче, да, дэш играется от обилки, от наведения на мышку, по-моему, что-то такое. Блин, а меч все еще ломает, да, вражеские проджектайлы? Блин, для этой главы я прям себя очень слабым чувствую. Уже. А почему? Потому что скипал забеги. Потому что бегал против... Да, меч ломает проджектайлы, все хорошо. Надо только бегать и наводиться на них мышкой. О, урон от денег. Увеличивает весь дэмэдж на 100. Увеличивает получаемый урон на 70. Может, возьмем? Как будто бы раз мне не хватает урона. А давай. Чё, фанимся. Ссылка на табличку. Восклицательный знак таблицы или восклицательный знак рогалики. Кстати, бомбы теперь могут мимо стен летать. Прикол. Так, это было легко. Макс ИП или релик? О, этот, дверь.
грёбаные пятнашки. Я еще и себя продамажил каким-то образом, мне показалось, нет? Уверен. Легкие они тут. Я, в принципе, ненавижу пятнашки, поэтому... Почти? Да. Пресайз счет, плюс 40 крит шанса, плюс-плюс. Так. Нашки кайф. Нет, нашки сложные. А еще мне как-то попадались, помнишь, фастим эти пятнашки про президентов, про правителей, там вот это вот все. Боже мой, это было отвратительно. В принципе, там относительно интересно геймплейно придумано, но... Но! На этом стоит закончить. 8 маны при убийстве врага, плюс еще 6 маны регена. Ну, это плюс 2, плюс 4, плюс 6, я так понимаю, а? Убивая врага, есть шанс получить щиточек. О, давай, у меня пока этого нету. Деньги или макс хп? 91 монета. Радугу хоть вообще дамажит? Да понятия не имею. Ну, как минимум, яд что-то накладывает. Видишь, то есть она повсюду. Она, по крайней мере, повсюду. Чтобы это не значило. Ау. Дискаунт на все покупаемые предметы в комнате. Прикол. Про скилл, который меняется при входе в комнату. А, да-да-да-да-да, мне же надо... Кстати, черную дыру можно оставить. И Lightning Dash поменять. Монстр угарный по дизайну. Так, откуда? Бенни Адвенчер Тим, спасибо за сапку. Добро пожаловать. А, это Пелагурик, это он уже 28 месяц ресабается, рыбовые. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо за ресаб, спасибо. Ау! Там выстрелы. Давай, мечом, мечом их, мечом. Авада Кедавра, Керавда. У нее, кстати, indiscriminate damage. Получается, при убийствах. Ну, уже, наверное, поздновато чуть-чуть при убийствах, да? Capacity Expansion Stone. Плюс 3 спелл слота, но минус 75 финального дэмэджа. Это мы берем, ставим вот сюда, переставляем вот сюда, делаем вот так, вот так. Переставляем Ray of Disintegration, например. Как она работает? Morning, comrade. Прикол. Аваду роляй. 91 дэмэджа. 123 дэмэджа. Так супер сильно же. Себя в забеге 2к ударил. Я не могу по себе 2к ударить, потому что у меня indiscriminate damage 1%. Так, ну... Мне бы с ней до магазина дойти, посмотреть ее настоящий дамаг, да? По сравнению с бомбами.
Но мне нравится, как она быстро кастится и создает черные дыры. С прицелом все сплиты будут в цель. Condensed water bubble. Ну-ка, по приколу чисто. Два слота занимают, фига себе. За каждую секунду существования радиус увеличивается. Прикол. Типа автоматик навигейшн, вот эту штуку сюда добавить в кедавру. Сейчас в магаз зайдем, еще посмотрим, что там будет. Блин, опять ты. Увеличивает all damage на 20, когда на full хп. И минус 30, когда ниже full хп. У нас всегда full хп. Го откроем. Reduce spell projectile speed. Бабл вместо черной дыры. Ля, вообще можно попробовать, как будто бы звучит интересно. Completing levels. Is damage taken, max HP. Damage taken. Не сказано, что HP damage taken. Scatter плюс 20. Scatter не страшный вроде бы. А может быть и страшный на Аваду. Еп! Прикол. Да почему вы ядовитые? Я же убрал яд. Можно и черную дыру тоже бахнуть. Ну, мана очень быстро сожралась, конечно, но... Но меня не дамажит. Длительность каста с пузырей. Ну, так наоборот, чем дольше, тем больше радиуса и урона. Почему? Круговая ориентация на бабл херня. Вот это вот. Они еще и разделились, и потом взрываются. Чуть-чуть длительности нормально под Black Hole и все это дело, как будто бы норм, не? Ё, какая жесть. Мультикаст, кстати, меча. Не, он ему не нужен. Пускай быстрее кастится. Мультишот сюда. Сейчас вся манна сожрется. Даже на какой-то минус манна что-нибудь удешевляющее. Сразу взрывают. Ну вот я так и понял, что они сразу взрываются. О! Да, сплит молнии бесполезен сейчас вроде бы. Собирал билд на скорости. Не, таких билдов мне не было. Так, ну давайте в магаз заглянем. Есть Summoned Creature, Penetration и Frost Boost. Так, давайте посмотрим, насколько сильно дамажит кедавра. Т-1
1800, потом падает до 1500. Возвращаем бимбу. А, так я здесь мультишот что ли на нее убрал? Или нет? Не, не убирал. Я знаю, что кедавры усиливаются после убийств, поэтому ее надо найти как можно раньше. Бомба мощнее. Хоть и съедают всю ману. Короче, давайте ее попробуем переделать. Интересно, что она этот киллс. Ну да, 120 киллов надо сделать. Хрен я их найду здесь, 120 киллов. Давайте попробуем Легу убрать. Так, здесь что у нас? Пока стоишь на месте. 89 энергии. Это очень много, по-моему. Это охренеть как много. Может, вместо бега возьмем 80 энергии? Здесь 6 энергии. Огненное ядро было бы им вам. Так, что думаете? Может, нахер уберем вот эту палку, заменим? Да, зельем можно удешевить. Стояли, побежали, опять постоим. Да, так, давайте удешевим. Попробуем купить. И мне просто интересно, сколько быстро. Ну, меч начало спавнить очень быстро. Жесть просто. Кстати, максимум по ванды можно апнуть, да? Наверное. Прикол. Орбита нужна мечам или только хуже сделать? По-моему, только хуже сделать. Хотя нет, так будет проще отбивать удары оранжевые. Я понимаю, что я мечом атакую, и мгновенно начинаются вот эти касты. Не-не-не, ты имеешь в виду, что атаковал, да, я понял. Так, один ключик купить. Немножко щиточков купить. Орбита, криты. Забавно, что эти скидки остаются даже после реролов. О, спел эффект радиус, прикол. Еще одна навигация. Уже черепашки ниндзя. Может туда черную дыру попробовать? Ну, можно. Я боюсь это делать, но я попробую. Прикол. Так, не мешайся. И спасибо на пассивную энергию. Так у меня же взята парочка. Вот, у меня secondary слот работает на 35% быстрее. У меня она уже есть. Пускай будет так. Мне в целом нравится. Чё-то прикольное. Блин, хватит меня раскидывать. Ядрить у него лазер.
Ау, отстань. Хорошо, что я для него купил этот щиточки, а то что-то хп-то падает, сейчас проиграю. У меня еще проклятие с меньшим уроном, когда у меня хп потеряно. Билд говно. На данной стадии. Трек. Спой вытрачат твою мышку. Как будто бы сильно зайдет charge мод. Зажми, чтобы выстрелить, аккумулировать много спелов до 12, чтобы супер гигабомбы взять. Ну что, Авада сменила, еще посмотрим. На аркейн новую континилик из. Я боюсь это пробовать, но... Без прицела с минами больно. У меня есть один прицел где-то. Вот у меня есть прицелы. С мечом радиус тема накачивать. Это все мои были шарики, я думаю, это вражеские. Ну, вроде дамаг режет. Ну, 52% остается. Спелла за мышкой это сильно. Это правда. Тем более сейчас. А я и то могу взять, да? Давай charge мод, наверное, уберем. Блин, или может быть оставить, поставить charge мод и... Не, я так даже не успеваю. Ну, оно не выглядит сильным. Оно не выглядит сильным. Я тоже количество этих быстренько выстрелю за счет forced cooldown. Charge говно оказался. Интересно, а можно поставить чардж на автокаст? Смысл? Не знаю. О, что если взять мышку? Прицеливание. Ну, вот так вот делать. Плюс яд, плюс черная дыра, плюс нова. Так, зарядку, наверное, поменяем во черные дыры и водить их мышкой. Да черных дыр че большой, ну вообще ДПС довольно большой как будто бы, да? Чардж на новый будет монопост меньше, не уменьшает, да, на 80.
Типа вот сюда вот поставить. А они не заряжаются, кстати, смотрите. Или сработала зарядка? Непонятно. Тут еще Hades 2, либо уже с новым патчем? Скорее уже с новым патчем, пока я не знаю. Ой, блин, я не знаю, G-Dog с ресабом, спасибо. Спасибо большое за 39 месяцев. Спасибо, спасибо за поддержку. Не, давайте чарджмод уберем. Ну, пока так попробуем, ну, хрен его знает. Так, ладно, Арканова тащит, естественно, кто бы сомневался. Безумная штука просто. Пучмин. Делает Арканова. Ай, минус 16 щита каким-то образом. Я в какую-то пулю попал. Она создает 20 кастов мин. По 60 урона каждая. Еще один щит за убийство. Блин, урон за деньги уже как будто не очень. Body size плюс recoil. Минус recoil, наоборот. Второй размер. Это твои, это мои в основном. В основном мои. Но ВДР яд сильнее будет против босса. Ты уверен, что яд настолько сильно стакается? Мышку прицел сам справится. То есть трекинг убрать? Ну может, ну может. А можно попробовать мультишот. Рандомно получи от 1 до 4 проклятий и релики. Угу. Пока не буду жать. Меч еще один получил. Да, ну еще один мне явно не нужен. Идем с ресабом. Второй тир. Четвертый месяц. Спасибо. Спасибо, спасибо большое за ресабчик. Давайте его дальше реролить. Ну, я бы не сказал, что автонаводка прям очень хорошо справляется. Блин, что меня дамажит? Так, у меня же сейчас от движения мечи прокуют, не от стояния на месте. Нет, отстояние на месте, я же к этому вернулся. Ну чё, очень рандомно спавнится, конечно. Чтобы отбивать против... Да сколько можно врагов-то? Да ну хватит! Ну хватит, реально. Игра, прекращай. Я знаю, что у кроликов инвиз пока я далеко. Неудобные враги, капец просто. Радиус спелов и реликов. Мне кажется, все равно трек хорош, не знаю. Я сейчас две этих, да, делаю? На крикуп у меня работает на дэмэдж, на дэмэдж. Еще один куб на микри. Плюсовый, вау.
Хотя крик, кстати, не самый большой. Но... Главное, что мина критует, 95 им хватает. Трек лучше на вот. Мне тоже показалось, что трек посильнее. Какие жесткие взрывы. Погнали дальше. О, снятие проклятий, заброхил. Как же бомбочки прикольно летят за врагом, да? Ау. Вернее, за мышкой. О, Пипе говорит, подарочную Китсунека получает. Грац, спасибо. Спасибо большое за подарок. С полскорости снарядом, чтобы мины быстрее двигались. Ай, боже мой. Так, ну это какие-то совсем слабые и ненужные штуки. Чардж мод мне не понравился. Че, поснимаем проклятие? Да. Блин. Какие-то называли бы ваншопс. О, это не страшное проклятие. Вот там еще банка. Банка увеличивает весь критрейт перманентно. Ровно 5 мне не хватает на мины. Стоп! А, я думал, это магазин, блин, это деньги. Спел нокбэк, это была жесткая ошибка, я зря это взял. Теперь враги отталкиваются ко мне, я так полагаю, да? Я по ним какими-нибудь минами попадаю. Судя по всему... какая жесть! Тотем какой-то. Давай же помри. Ну и жесть. Я бы от магаза не отказался, честно говоря. Посмотреть, просто найти что-то, что действительно дамажит больше, чем бомбы. Бомбы прикольно, можешь заранее закидывать до того, как враги появились. Там остаются и потом больно взрываются. Интересно, вот другие мои спеллы вообще наносят урон? Типа вот меч и черные дыры. Блин, может и правда в черные дыры переставимся? Надо в магазин, чтобы понять, что реально лучше работает. Увеличивает визибилити еще больше. Ну да. Duplicates health recovery shield case items in the current room. Понял. Яд на дыры воткни. Сейчас я посмотрю, насколько быстро спел утратит. Вот один убрать. А, тогда совсем жестко. Кэшбилд. Пожалуйста, что-то в нем видно. Почему мины иногда все-таки вылетают? Вот это что ли штука их закидывает? Это не должно. Да. All enemies upon taking damage. Не, ну это фигня.
Блин, давай возьмем восстановление хп внезапно. С баблом мины. Вот здесь... А, я сюда случайно их поставил. Да. А вот и возможность посмотреть урон. Ну давай. Ну, 7000 ДПС. Это я перестал стрелять. Окей. Смотрим дальше. Бомбы. Блин, я не так это сделал. Слушай, ну бомбы походу 5000 ДПС. Да, ядовитые черные дыры норм. Одобряемо. Ну так хотелось на взрывных пушках поиграть. Длительность туда еще. Сейчас. Когда можно убрать уменьшенный? 3,5 секунды дюрейшена. Черные дыры были с ядом. Но я на мины яд кидать не буду, потому что я не могу по нему ходить. У меня тогда просто все в яде будет. Комбинирую 4 рандомных спелла в Advanced Spell. Рандомных. Но они, оно из инвентаря берет, кто знает. Или не из инвентаря. Ну эти что-то, две палки что-то около 1000 делают. Сам выбираешь. Трещину брать. Это вот фьюз. Говно. А, и все. Может, стоило адвансы накачивать. Ладно. Spell Flight Speed. Это то, что, возможно, нужно было бомбам. И то, что, может быть, все еще нужно ядовитым дырам. Ну, урон уменьшился, кстати. Ну, еще бы я... Я вот так вот сделал, да? Еще бы он не уменьшился. Бомбы свари, вдруг сильнее дыр. У меня есть 3 бомбы, нету вроде. И 3 дыр тоже нету. Давай одну навигацию переролим. Фруст кристалл, стронг тракшн, это которая критами создает урон. Ой, я устал. Еще один water bubble. Куб мимикрии, кайф. Вот этот трашин мне нужен. А, я все деньги просрал уже. Ага. Куб. Еще один. Слушайте, я вообще могу куб сюда перенести, чтобы на 20, на 2 буста больше сюда закинуть.
Слушай, черепашки, там рогалик на черепашек вышел. Мы в него уже стримили. Корлис, приветствую. Боже, игра, ты можешь быть потише? Молю. Может, одешевление? Тогда еще урон уменьшится. Блин, мне вот, честно, вот, мне надоедает думать над всем, над этими билдами. Можно настроить видимость спеллов, кстати. Да, да, можно. Мы уже ее поднастроили чуть-чуть. Можно тряску вырубить. Кстати, тряска бесит на всяких вот этих вот ударах, реально. Я думаю, что ее тоже есть смысл вырубать. Ну, поехали. Блин, она еще и стягивает. Не, она очень больно бьет. Гораздо больнее, чем... чем то, что у нас было. Я не могу понять, это тики яда или... Не, мне как будто бы это просто тики урона такие жесткие. Ай, урон. Очень много врагов просто. Вот. Потеряю одну монетку, входя в каждую дверь. Пф, окей. Как будто не так страшно. Еще один... Я ничего не реролю. Маска есть. На один шанс убить сразу. А, по-моему, я ее скипнул. Не хотел в этот раз ее брать, взял что-то другое. Да, 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 я ее скипнул, взял что-то другое в этот раз. Я знал, что она будет очень сильной под эндгейм, но не стал брать. Блин, давайте быстро просто пройдем через эту, чтобы не париться. Сплит. Еще сплит. У меня, кстати, нету сплита на Арканове. Ну, без акселерейта, конечно, грустновато чуть-чуть. Но да, но неплохо. Акселерейт надо вернуть. Вместо одной мимикрии, может, плюс от плюс урона. Конечно, сплитить Арканову жестко, не? Хотя нет, получается, она потом. А, да, сейчас все залагает. Она же потом с. Как только закончится, она типа сплитится в три другие Аркановы, которые скастят еще 20 черных дыр. Ёма. Боже. Ставь еще три слота. Куб не используем. Команки бы в яд паролись. Ой, ладно, погнали. Обоссал лорда. Сейчас мы тебя ядом-то обоссым. А, это его выстрелы водой, да? Кто бы мог подумать. Ладно, походу это он меня сейчас обоссыт такими темпами.
Я уже звуков, блин, нормально не слышу, они сломались как будто, да? Да боже мой, ну хватит. Отвратительно. Билд на то, что у тебя эти шарики летят за мышкой, на самом деле, на быстрых врагов очень плохо работает. Как быстрых? Вернее, не на врагов, которые стоят далеко друг от друга, вот так вот. В прошлый раз круче было на ваншотах. Да боже мой, сколько урона я получил. А чё, любые предметы? Recovery, Shield, Coins. Ну ладно. Палки новые. 24 реген, 320 МП. МП регенерейшн на все палки, плюс 8. Так, здесь у нас всего лишь крит шанс. Как будто бы вот это сильнее должно быть, да? У нее как бы больше этих можно вставить. Блин, я что-то вот насчет сплита прям не уверен. Еще я хочу кубиком ускорить вот эту штуку. Да, сплит мне прям больно делает. Прям больно делает. А, вот здесь еще штуки есть. Во-первых, Chain Lightning можно добавить. Во-вторых, можно добавить Precise Shot, например. Дабл касты? Мультишот, что ли? А, ну, кстати, можно и мультишот попробовать. Шапка Тима. Обычные левелы имеют на одну больше дверь. СТ спел есть 40% шанс дублицировать спел в рандомном направлении. А, это у меня уже есть, это вторая такая же. Когда заходишь в шоп... Не, я не буду хп сейчас тратить. Чересчур много надо думать и пересобирать. Или в этом и суть? Ну да, в этом и суть. Может, область? А область здесь и так стоит. А, подожди. А, область здесь не стоит. Может быть. Steam продается только аддон и саундтрек. Базовой игры нет на Crown Trick. Блин, звучит грустно. Змейку вместо черной дыры. Сорок манны. 101 манны, нихера себе. Ну, змейка летает прямо в мышке, да. Но хз. Чем драйще врагов стягивает. О, боже мой. О, фонтан, это же хил, наверное, да? Наверное, хил. Здесь еще и этот можно снять. Проклятие. Блин, можно было сразу две снять. Вот с этой 0,8 секунд неуязвимости. Прикол. Ну ладно, поехали. Pale Wings. Блин, он летать будет, а это значит, что он в какой-то момент не будет получать урон. Да, так и есть. А он вообще не хочет получать урон. Отстой. Как мне тебя дамажить? Блин, я так долго не продержусь просто. Он по 30 дамага вносит. Говнобил получается, да.
Да, да, да. Ну, сейчас помрем от первой элитки в финальном акте. Кринж. Летающие боссы у врагов, конечно, отвратительные из-за того, что они не дают тебе их дамажить нормально. А еще большинство проджектайлов, это, например, не вот эти проджектайлы, супер темные, видимо, не исчезают, да, от меча, который мы кастим. Ну там была дырка, там не должен был урон получать. Эти проджектайлы, видимо, специально придумали, чтобы их вот так вот не было очень, да? Да, боже мой, я не видел даже там удара какого-то. У меня еще воскрешение, кстати, есть. Окей, ну и чё? Чё мы будем делать? Равные мины уже давно надо было поменять. Слушайте, может Рейнбоу лучше на эту, на звездочку? И... Если комп сейчас не взорвется от нее, взорвется. А если что, переставлю, сейчас проверю, что по урону. Какому урону? О, боже мой. А в прошлый раз какой у нас спел был? Там какая-то автоматическая наводка была, да, в спеле? Что-то от этого мы дамажили в основном. А, я мышку не веду, потому что слежу за тем, куда, блин, дамажить. Вернее, куда не дамажиться, где не дамажиться. Где стоять, чтобы не получать урон? Нигде. Отвратительно. Блин, ну по крайней мере есть какая-то сложность в битве с боссами, оказывается. Прикол. Уже до этого такую легкотню собрали. Шарики катается. Блин, чел, успокойся. Это победили. Но это 3D. Ну, но это плюс Айзек, типа, да. Я хилочки качну побольше, пускай их будет. Дэмэдж от... А, у нас еще дэмэджа от денег нет. В прошлый раз я... А здесь я хожу всякое ролю. Уже смотрел Аркейн? Нет, мы будем ждать полного всех серий. И Сенс Соул, еще босс. Да. Ну ладно, тут на чистом скеле только вытаскивать. Цветок, привет. Ау. А, у него еще и яд остается на время, да, то есть прям так не встать.
Да жесть. А тебя так и проклятие на меня не накладывают, нет? О, не прикольно, если да. Может вообще руку с мышки убрать? Нет. Так, у меня мечи, которые убивают все эти... Все выстрелы. Поэтому если я стою на месте, как будто бы... Они меня не продамажат, да? Цветочки. Ай, блин, если только в них прям не войти. Прикол. И в шипы, которые по кра... с краю карты. Все, может реально мышку оставить просто и... Не трогать ее. Нет. Нельзя, потому что камера двигается. Джи-джи. Хорошо. Кирка лютая имба. Да, я вот в этот раз ее почти специально не брал, потому что мы всякие ролили спеллы и все такое. Мэджик резервуар. Че там? Тандеркор. Тандеркор точно не сильнее. 15% шанс нанести 200 дополнительного урона врагам в радиусе. Точно сильнее яда, хрен его знает. Честно, я бы вот эти вот шары еще убрал бы пососные. Мы же добавим что-то, что типа не так мерзко. Ну, блин, тут вопрос еще в том, как всю манну тратить, да? Ну что, у этого дофига мана регена. Шары хотя бы тратят манну плюс-минус, или нет? Яд наносит больше половины урона. Можно. Магазин хилка. Магазин на 13 монет, класс. А на хилку просто пойдем, да. Куб мимикрии всегда хорошо, да, забираем. Нет, шары меня не дамажат. Вот эти вот вотербабы нет. Они нет. Может сплит здесь увеличить. Он манокост дает, увеличивает. Тут бы радиус, у меня нету радиуса, да, запасного. Пи-пу-пи-пу. А радиус я сюда сейчас юзаю, на черные дыры. Нужно сюда валей бахнуть с этими, со змейками и рейнбоу вместе. Мне не так много спеллов, да, кастую, как раньше. Раньше я чисто кучу мин выкидывал, а сейчас... Еще они на мышку не летят. Ставь на крит. Просто к чему крит? Да, вот. Здесь дэмэдж буст какой-то. Так, проклятий вроде нет, чуть похилились. Ладно, поехали. Продолжаем тащить чист на скеле. У Сабур и братишка. Они, скорее всего, довольно рандомные, да, такие будут сейчас в плане атак. Corrupted Max, Сабур.
Эти мага попробуем вначале, да, наверное, убить. Хрен его знает, кого лучше. Ну, он вроде бы, он по крайней мере, медленнее передвигается, да? Раз он медленнее передвигается, значит, по нему проще попадать. Я не помню, этот разозлится, если его друган умрет. Видимо, да. Угу. Еще как. По несколько раз прыгать начал. Так, пока что я атаки плюс-минус запомнил. Да, сложнее этого бить, конечно. Блин, меня так бесит, меня еще мои вот эти вот... Мои вводные взрывы вот эти отталкивают отвратительно. Понял. Да. Ага. Глаз чешется, капец. Фу, блин. Ну вот опять забег на 2.5 часа. Несмотря на то, что я как бы сокращал забеги в начале, сокращал комнаты, и все равно какая-то дичь получилась. Так, сейчас минуту, я не дверь открою. Финальный тик 23 каяда был. Рипер Мбаперс. Да, мы в прошлый раз тоже рипером играли. Он такой сильный был. Этот класс послабее. Типа, ну, робу Мерлина можно и найти. А у рипера, типа, уникальная пассивка своя. Прям сильная была. Апостол. Это, по-моему, последний перед финальным, да, боссом. Блин, неприятный будет хельчик. Какие-то штуки он насаманил. Непонятно, надо ли их убивать. Жопа. Часы сделан прикольно, кстати. В плане атаки круто сделаны и... Я не понял, что эти коконы делают. Наверное, не буду их трогать, буду босса убивать. Мяу. Блин, я не знаю, как от этого уклониться. Стоять прямо с краешку. Вот здесь вот. Ау. Окей, GG. Справились. Смотрите, прикольно. Сумму 2 часа сидеть, один забег, я бы задушился. Да вот я тоже душусь уже. Деньги есть, но... О, прицеливание есть. 36 катик яда. Ну, походу, это мой реально основной этот. Настакали и убили. Да, еще хп восстановим просто. Все, финал. Интересно, там тоже будет этот червь? Или бывают другие суперфинальные боссы? Что, раз какой-то червь был? Да, все еще червь. Бесконечный пожиратель. Ладно. А, тут не так хорошо видно, куда его атаки, да, идут. Наверное, в этом главная проблема. Насрал, а мне убирать. Ёпта. Черви мелкие.
Ничего ж за ним не видно. Как за ним проджектайл это увидеть? Типа, а куда? Вижу стики по 1600. Там еще, по-моему, вторая фаза будет супер, ну, такая злая. Потому что надо было все-таки стоять рядом с ним и лутать фреймы неуязвимости на бимбах. А вторая фаза, где он будет бегать, да, прям туда-сюда. Вообще мелких некогда трогать. Только босса. И при этом они, походу, сейчас останутся, да? Да хватит стрелять, ты уже умереть должен был. Ага. Так, давай. Сейчас опять настакивать яд, это жопа. Как будто бы помру. Риски еще атаки на этой фазе. Большие пули, которые наверняка будут разбиваться в маленькие пули. А, тут дыра еще. Блин, да в смысле? Тут... Да хватит. Ну ладно, надеемся на воскрешение. Пока что. Тут что-то все плохо. Жучки! Я не помню, там же воскрешение с шансом не гарантированное. По-моему, с шансом. Да. Фуф. Окей. Гарант не фулл хп просто. А, ну ок, ок, ок. Фух. Самый опасный противник — дырка в полу. Да, ну нормально уклонялся, более-менее. 59 кабл, последний тик. Жесть. Выглядим прекрасно просто. Выглядим на все 100. Прикол. Ну, сейчас пойдем в игру попроще. В черепашек. Сейчас пойдем в игру попроще. Где не надо будет долго думать над билдами. Где можно просто чилово драться, как в Хейдесе. Только там вообще супер чилово, потому что порт с мобилки. Окей, вот я прошел Nightmare. Вы со мной даже поговорить не хотите? Никаких супер важных разговоров, нет? Герой, ты встретил Джину? Да, я почти встретил Бога тоже. О, я надеюсь, Джина живет спокойной жизнью в лесу. Ничего нет. Рефреши. А чё так много бесплатных рефрешей, типа? Это жестко. Надо посмотреть, что у нее в последних улучшалках. Макс МП, Макс МП реген. Вау. Ну, вообще, конечно, слот ванды, чтобы дополнительную ванду бахнуть, реально нужно взять. Последний ванд — это прям супер важно. Потому что это доп вант, это доп автоспелы, и это еще и доп места в инвентаре, как бы, поэтому. Что есть реген и хилинга по нентри? Это разве не одно и то же? Еще один сложный, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, открылось там или нет. Рунический хаммер. Ты можешь лочить некоторые спелы for the next selection. Spell lock. Для следующего выбора. Чего, интересно? Spell disable limit плюс 8, free disable плюс 3. А, это вот у меня открылось, да? Boundary stone move. Discover the following spells. Boundary stone stand.
Ага, я знаю, что это значит. Это автоматический кастуй, если что-то делаешь. Двигаешься со временем и так далее. Выглядит имбово. Вот это, наверное, надо брать. Блин, я надо... мог бы посмотреть, что это, правда? Но, ну, правильно ли я угадал? Ну ладно. Ну-ка. Nightmare 2. Да, у них как бы есть все-таки возвышение. Первое прошел, дальше второе. Эпик-релики имеют маленький шанс появиться в релик-комнатах. Greatly increase monster HP. А я вообще знаю, что такое эпик-релики. Я их хоть раз видел. Релик нор... А, вот они, эпики. Ну, мне их очень мало было, кстати. Каждый раз, когда входишь в комнату... Уникальный релик Рипера. Ну, короче, да, я не так много лек видел, в принципе. А, ну или... Не, нормально. В том числе эпики, это вот эти. Так, подожди. А, эпики это те, которые мы обычно за макс ХП как раз берем. Понял. Понял. Ну, это имбово. Ну, над Рипером, конечно, играть. Блин, я что-то не знаю, я устаю прям от Мэджикрафта. Он интересный достаточно. Ну, как-то быстро закончились все диалоги, весь сюжетец пройден. Локации долгие, забеги по 2.5 часа. Сиди, голову ломай, как правильно поставить палку. Вот это бы как-нибудь попробовать, прикольно звучит на самом деле. Invincible Boil Casting. Наверняка же можно бесконечный билд на этой штуке сделать. А, у нее типа есть какая-то определенная длительность, да?